Иисус Христос сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отец, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отец, я согрешил против неба и перед тобой, уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же его сказал ему: «Отец, я согрешил против неба, согрешил перед тобою и уже не достоин называться твоим сыном». Отец сказал рабам своим: «Принесите ему лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Приведите откормленного теленка, закалите, мы будем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, он пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же, сын его, был в это время на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Слуга сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я сколько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты для него заколол откормленного теленка». Отец сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое, оно твое. А об этом надобно было радоваться, веселиться, потому что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся». 11 стих говорит, что Христос сказал, что у некоторого человека было два сына. Дело в том, что есть два типа людей. Абсолютно верно, есть два типа людей. Есть тип людей открытого бунтарства, и есть тип людей скрытого бунтарства. Если вы посмотрите вовнутрь в себя, вы заметите внутри себя один из этих типов. Вы не можете быть вне этого. Вы или открытый бунтарь, или закрытый внутри себя бунтарь. Писание говорит, что у человека было два сына. Этим человеком, по большому счету, Иисус Христос хотел показать Бога Отца. Бог Отец является совершенным Отцом, который мог показать самую совершенную любовь. И ни у одного человека не может возникнуть претензий относительно отцовства Бога, что он по отношению к нему оказал какую-то несправедливость, что он показал ему неправильный момент поведения или что-либо другое сделал нехорошее. Бог, он совершенный Отец. И вот этот Бог, который нарисован Иисусом Христом в этой притче, говорит, что Он имеет два типа сыновей. Один тип сыновей – это абсолютно открытое бунтарство, которое не признает открыто власть Отца, не открыто не признает, что Отец для Него что-либо значит. Он Отцу бросает открытые вызовы. Второй сын – это сын, который имеет внутри себя такое же отношение к Отцу, но только это не высказывает вслух. Дело в том, что падение любого человека, об этом говорит 12 стих, начинается с того, когда человек хочет получить независимость. 12 стих говорит: «И сказал младший из них отцу: отец, дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил имение».
Знаете, что самое сложное, что мне сложно понять во всем этом? Отец, в данном случае, если речь идет о Боге, точно знал, на что сын использует имение, которое он не заработал. И тем не менее, отец делит имение, дает то, что ему принадлежит. По большому счету, исследователи, историки, которые смотрят Ветхий Завет, говорят, что по сути младший сын в этот момент сказал отцу, что «Отец, я хочу, чтобы ты умер для меня». Потому что наследство делилось, согласно Ветхого Завета, только после смерти отца. Сын в сердце отца, извините за грубость, вонзил нож. Он подошел и говорит: «Отец, мне с тобою сложно быть вместе. Я не хочу больше твоего контроля, я не хочу больше, чтобы ты контролировал и знал, чем я занимаюсь. У меня есть мои взгляды на жизнь». Интересно, что отец дал ему свободу. И 13 стих говорит, что сын убежал. Убежал подальше от глаз отца. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю дорогу. И конец стиха говорит, что и там расточил все. Дело в том, что тогда, когда молодой человек приходит в определенный возраст, он считает, что он добился того времени, когда он имеет право на свободу. И он считает, что он знает, как со своей жизнью распорядиться, с тем имением, которое он не получил, не заработал, а получил даром. И он хочет скрыться подальше от родительских глаз, чтобы не было того, кто мог бы ему говорить: вот это хорошо, а вот это плохо, вот это делай, вот это не делай, в это время приходи, в это время не приходи. Писание говорит, что такой образ мышления, он обязательно приведет к быстрому банкротству. Такой образ мышления обязательно очень быстро приведет к банкротству. 14-15 стихи показывают отрезвляющее, я назвал, благословение. «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, для того, а тот послал его пасти свиней». Происходит отрезвляющее благословение. Человек, получивший все от родителей, мог бы начать, и как он считал, что он начнет новую, нормальную, здоровую жизнь, как ему кажется правильную, в один определенный момент – он оказывается абсолютно без ничего. Без друзей, без денег, без работы, без пропитания, абсолютно без ничего. И в этот момент приходит отрезвление. В этот момент этот молодой человек, начав нуждаться, понял, что оказывается, для того, чтобы жить, надо работать. Сегодня наше время ничем не отличается от времени, в котором жил Иисус Христос, за исключением, может быть, электроники. Все остальное то же самое. Человек приходит в состояние полного банкротства и начинает понимать: мне нужно для того, чтобы жить вот таким образом, распутно, нужно зарабатывать. Никто не может восполнить все мои нужды. Интересно, что в данный момент папа, в данном случае отец, о котором идет речь, больше не спонсировал сына в том месте, где он находился. И думаю, что некоторые из ошибок, которые делают современные родители, имея таких сыновей или дочерей, что они продолжают спонсировать их распутство. Писание говорит, что отец дал ему, у него было все для того, чтобы он мог начать нормальную жизнь, самостоятельную, по большому счету. У него для этого не хватило мозгов. Его страсти бушевали, его желание перед друзьями выглядеть круто, оно повело его к тому месту, куда он пришел. И это место приводит всех людей в одну и ту же самую точку. Тогда, когда друзья отказываются, тогда, когда друзья предают,
Тогда, когда без работы оказывается человек, и в один определенный момент он начинает нуждаться в работе. И человек с высокого положения, потому что отец, он был богатым человеком, уважаемым человеком, этот молодой человек вырос в хорошем обществе. В один определенный момент он приходит. Дело в том, что когда Христос говорил, что пришел искать работы, и человек ему дал возможность пасти свиней, для еврея это означало самая-самая нижняя точка, до которой можно только было бы опуститься, кормить свиней, которые считались нечистыми, и которых нельзя было использовать евреям. Дело в том, что грех всегда приводит человека в такую точку. И в этот момент приходит отрезвление. 17 стих говорит, что он, придя в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего! Они избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Когда приходит вот это состояние, человек начинает осознавать: «Подожди, у меня была прошлая жизнь». Эта жизнь, она сильно отличалась от этой жизни. Мне не нравилось тогда, что отец всегда находится, у отца всегда находятся слова, которые он хочет меня остановить в чем-то. Он не вспоминает наемников, которых отец нанимал, хлеб, который те кушают. И в этот момент появляется желание: встану и пойду к отцу моему и скажу ему: отец, я согрешил против неба и перед тобою. Дорогие мои, хочу в этом моменте остановиться. Покаяние, когда происходит покаяние, покаяние вначале должно быть перед небом. Это фраза, которая означает: «Господи, я каюсь перед тобою». Дело в том, что некоторым людям кажется, что они попали в эти сложности, и им нужно просто вернуться к родителям, пережить время кризиса и затем снова вернуться в то же самое место, откуда они ушли. Библия говорит, что настоящее покаяние – это покаяние, когда ты понимаешь, что ты согрешил не просто перед родителями, этот грех был перед Богом. Ты отверг Бога, ты отверг Божьи повеления, Божьи заповеди. Тогда, когда Бог говорил в пятой заповеди: «Почитай твоего отца и твою мать», ты отверг это. Необходимо покаяние перед небом. И следующее – необходим шаг, который говорит и родителям: «Родители, согрешил перед вами». Отец, сын приходит к отцу и говорит: «Отец, я уже не достоин называться сыном твоим, прими меня наемником». Я не знаю, существуют ли здесь среди присутствующих люди, которые готовы обратно своих детей, которые ушли, которые согрешили, которые прошли через грязь этого мира, когда они возвращаются обратно, сказать: «Ты больше мне не сын, но я готов тебя иметь в слугах или, не знаю, в работниках». Наверное, даже среди нормальных людей этих нету. Бог, Он не таков. Бог, которого образ здесь представлен, Он говорит, что Он принимает тебя только как сына. Ты можешь быть или сыном, или не быть никем у Него. 20-21 стих показывает восстановление этого молодого человека. Написано: он встал, пошел к отцу, и когда он был еще далеко, увидел отец его, жалился, побежал, пал ему на шею и целовал его. А сын, 21 стих говорит, сказал ему: «Отец, я согрешил против неба, согрешил перед тобою, недостоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте ему перстень на руку его и обувь на ноги. Приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться, ибо сын был мертв и нашелся». Для родителей нет большей радости, чем тогда, когда дети возвращаются и начинают понимать, что они нужны своим родителям, что родители их ценят, что родители все их также любят. Осознание приходит в жизнь каждого человека. И сегодня мое обращение к тем сыновьям и дочерям, которые, по сути, олицетворяют характер этого блудного сына, который открыто и дерзко
восстали против своих родителей, против своей против любви, которую проявляли им родители, и сегодня дерзко, отвечая или не отвечая своим родителям, вы живете беспутной жизнью. У вас есть возможность вернуться к Богу, вернуться к подчинению своим родителям. Второй образ, который записан здесь, это образ старшего сына. Это образ затаенного бунта. Старший сын – это скрытый бунтарь. 25 стих 15 главы говорит, что «старший сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение, ликование». И дальше написано, «и призвав одного из слуг, спросил, что это такое». Знаете, в чем отличительная характеристика другого сына? В том, что у него нету коммуникации со своими родителями. Он со своими родителями коммуницирует через кого-то. Что означало бы для старшего сына в данный момент подойти к отцу и спросить, «Папа, а что у нас за праздник?» Он подзывает кого-то из слуг, говорит, что дома творится. Дело в том, что точно так же, как младший, точно так же и старший сын, они не были привязаны к своему отцу, к своим родителям. У него была своя собственная жизнь и свои собственные переживания. Дальше написано, что когда слуга ему сказал, что брат твой пришел и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым, он осердился и не хотел войти. Затем вышел отец его. Точно так же, как отец ждал младшего сына, точно так же отец ждет этого второго. Но у этого закоренелась та внутри, которая была, которую он воспитал в себе на отцовских полях, работая как бы для отца. Он настолько плох был внутри себя, что он даже не готов был бы был с отцом ни о чем не говорить. Он отцу сказал в ответ: «Отец, сколько лет я служу тебе? Я никогда не переступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы повеселиться». Заметьте, с кем? С друзьями моими. Точно так же, как тот с друзьями, точно так же и этот с друзьями хотел. Просто ему не хватало смелости это сделать. Но пришел тот момент, когда подошел подходящий случай, и он смог высказать отцу все то, что он думал по поводу отца. И точно так же, как тот предыдущий, он точно так же хотел свое имущество или свою часть разболтать, растранжирить. Отец говорит ему: «Сын мой, ты всегда со мною, все мое, твое». Об этом надо было радоваться и веселиться. Дело в том, что у отца и у сына абсолютно разные ценности, разные причины для радости. Они жили в одном доме, но они не жили одним. Сегодня, к сожалению, мы живем в то время, когда дети живут своими ценностями, родители своими ценностями. У детей есть свои причины для радости, у родителей свои причины для радости. Дело в том, что это серьезная проблема. Старший сын работал на отца, но он не общался с отцом. Его раздражали решения отца, 27-28 стих. 29 стих говорит, что в тайне сердца своего он точно так же, как младший, мечтал повеселиться с друзьями своими. И 30-32 стих говорит, что система ценностей старшего сына, она была тоже отличной или отличительной от родительской. Дело в том, что притча о двух сыновьях и о любящем отце, во-первых, открывает нам Бога как любящего отца, которого мы, люди, травмируем нашими отношениями открытого или затаенного бунта, который, несмотря на это, продолжает нас любить и ожидать нашего возвращения и покаяния. Но также эта притча, во-вторых, говорит, что есть реалии, которые повторяются в наших семьях, в семьях, которые сегодня живут точно так же, как жили в те времена. Если вы внимательно послушаете сегодня, о чем говорят дети, вы услышите слова Каина, которые говорят: «А что, я сторож брату моему? Почему я должен быть ответственный за поступки моего брата или сестры?» Дети внутри семьи не общаются друг с другом. Некоторые даже ненавидят друг друга. Ждут того момента, когда кто-то из них первым
покинет то место, где они находятся. Это та серьезная реалия, в которой мы находимся. Следующее. Дети живут в том состоянии, когда у них свой мир, а у родителей свой мир. Родители и дети живут разными мирами. Они живут, дети, открытой или скрытой мечтой, распутной и бесконтрольной жизнью, в которую их родные никаким образом не вписываются. Мое обращение к сегодняшнему поколению словами текста Священного Писания в послании к Ефесянам, 6 глава, с 1 по 3 стих, апостол Павел, цитируя Ветхий Завет, говорит, что «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Дело в том, что если вы хотите знать, что значит любить родителей, в Священном Писании это говорит, что повиновение есть любовь к родителям. И апостол Павел, зная проблему распущенности человеческого испорченного сердца, говорит, что «Дети, повинуйтесь своим родителям». Дальше он продолжает, говорит, что «Почему это нужно делать? Потому что этого требует Божья справедливость». Божья справедливость требует от детей, чтобы дети повиновались, уважали, считались со своими родителями. Пророк Малахия, вдохновленный Духом Святым, обращаясь к поколениям будущих людей, говорит, что «И вот придет день, он будет пылать, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома». Попалит их грядущий день, и это говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. И как в противовес им говорит, что есть те, которые благоговеют пред именем Божьим, для них взойдет солнце правды, исцеление в лучах его, и выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Послушайте дальше. И будете попирать нечестивых, в данном случае нечестивыми названы, послушайте, в контексте это названы дети, которые не подчиняются родителям, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я сделаю, говорит Господь. Помните закон Моисея, пятую заповедь, раба моего, который я заповедал ему на горе Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. И вот к чему он пишет. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного». Для чего Илья придет? Речь идет о Иисусе Христе, чтобы он обратил сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, говорит Господь, придя, не поразил земли проклятием. Дело в том, что проклятие нашего времени заключается в проблеме, которая существует, которую создали люди внутри семьи. Распад общества начинается с семьи. Непокорство в обществе начинается в семье. Родители, которые не любят своих детей или не могут дать им бескорыстную любовь, являются проблемой. Но самая большая проблема на сегодняшний день заключается в том, что детей мирская логика воспитала в том, что родители для вас больше не являются авторитетом. Они являются прошлым, они являются изжитком, они являются тем, что уже несовременно. Дети. Подростки, молодежь, мое обращение к вам. Посмотрите на ваши отношения с родителями. Не является ли ваше поведение и ваши слова причиной слез и глубоких ран в сердцах ваших родителей? Не ранит ли ваше сердце, не ранит ли ваше поведение сердца ваших родителей? И это обращение не только к тем, кому 13-15, это обращение к тем, кто постарше. Сегодня Бог обращается лично к вам, со страниц Библии говорит, «Дети, обратите сердца ваши к родителям, к своим родителям». Нам сегодня нужно посмотреть вовнутрь своего сердца. И с абсолютным убеждением в Божье Слово, в Божью справедливость знать, что благословения и в нашу жизнь, и в жизнь нашего общества, по местной церкви, они придут только тогда, когда будут налажены правильные взаимоотношения, когда дети будут почитать своих родителей в полном смысле этого слова.